Коллеги, если вы готовы, то мы начнем. Да? Окей. Добрый день, уважаемые представители масс-медиа, уважаемые граждане, уважаемые горожане муниципия Кишинев. Сегодня мы вышли на короткий брифинг, но он очень важный, касается острой проблемы, которая никогда не была в Кишиневе. Она никогда не стояла в Кишиневе настолько остро. Это проблема. Это риски возможного отключения предприятия АБ-канал от подачи электроэнергии, что приведет к тому, что горожане, что жители пригорода, муниципия в целом, перестанут получать питьевую воду. Сегодня со мной на брифинге председатель фракции партии социалистов в муниципальном совете господин Одинцов Александр и председатель юридической комиссии в муниципальном совете господин Поляков Виктор. Дон Александр, пойдем. Здравствуйте, уважаемые кишиневцы, уважаемые представители средств массовой информации. Благодарен за использование, наконец-то, парламентской трибуны, потому что ситуация чрезвычайна. В пятницу был чрезвычайный совет, административный совет по каналу, на котором мы приняли чрезвычайную ситуацию на предприятии акционерного общества АПК-канал. Действительно, ситуация чрезвычайная, и необходимо вовлечение всех сторон. И тот политический пинг-понг между правительством, между премьерией, он просто неуместен. Необходимо сесть за стол переговоров и конструктивно решить проблемы АПК-канала в интересах, в первую очередь, жителей муниципия Кишинева. Водой пользуются все сторонники различных партий. Вода не имеет политического окраса, канализация также не имеет окраса. Нам необходимо доставлять качественную и желательно недорогую воду кишиневцам. В чем заключается ситуация? Первое. Предприятие очень сложное, с большой историей, с большим багажом. Хорошим, нехорошим это покажет финансовая инспекция, которую мы заказали еще в ноябре. Мы, как представители административного совета и как представители муниципального совета Кишинева, затребовали у руководства АПК-канала заказать аудит финансового предприятия и публично его опубликовать для всех, для того, чтобы люди могли ознакомиться. Старые долги, которые были взяты кредиты еще в 2012, в 2013 и 2014 годах, и в 2017 году, когда был заключен договор на строительство очистных сооружений, реконструкцию очистных сооружений, компания, которая, кстати, находилась под уголовным преследованием ДНА, имела свою историю, и сейчас ситуация осложнилась в первую очередь подорожанием электроэнергии. Компетенция по электроэнергии – это зона правительства, поэтому необходимо, чтобы правительство напрямую вовлеклось в решение этих проблем. Что мы предлагаем? Первое. Комиссии по чрезвычайной ситуации необходимо издать положение о запрете отключения АПК-канала от отключения от электроэнергии, направлено в Premier Energy, поставщика электроэнергии в муниципе Кишинева. Почему? Ни финансовой, ни юридической выгоды Premier Energy это никоим образом не поможет. Отключение центрального офиса на Албишара 38, где происходит фактурирование, оплата, сбор данных и так далее, оно только усложнит финансовую ситуацию предприятия. Отключение мелких объектов никоим образом на улучшение финансовой ситуации не скажется, никоим образом. Второе. Мы просим парламент издать закон, и мы обращаемся ко всем фракциям в парламенте, дать закон об общественно значимых предприятиях. Это может также принять комиссия по чрезвычайным ситуациям. Закон об общественно значимых предприятиях – это нормальная практика стран Европейского Союза, по которому, как декларируется, мы туда стремимся. Что необходимо сделать в рамках этого закона? Можно избавить от налогообложения АПК-канал. АПК-канал каждое 25 число должен уплачивать налоги, которые также ложится большим бременем. Можно ограничить и также финансировать за счет государственного бюджета напрямую, Premier Energy, ту разницу в тарифе электроэнергии, оставив тот тариф электроэнергии для АПК-канала, который комфортен для его финансового составляющего. Можно также не дотировать напрямую с государственного бюджета. Чем, для чего это необходимо? Вода пользуется как простые физические граждане муниципии Кишинева, так и экономические предприятия, которые включают стоимость воды и повышенный тариф воды в себестоимость услуг.
Давайте не перекладывать на плечи граждан те, и так у которых есть проблемы. Давайте ослабим их участь, это может помочь закон об общественно значимых предприятиях. Повторюсь, это прямая практика европейских стран, Европейского Союза, и журналисты могут с этим ознакомиться. Что касается муниципального совета. Мы созываем экстренное заседание муниципального совета, на котором также обратимся в комиссию по чрезвычайным ситуациям и примем ряд мер, которые являются в компетенции муниципального совета. В прошлом году мы уже взяли на себя покрытие 130 миллионов леев из бюджета муниципи Кишинева. Эти деньги могли пойти на развитие города Кишинева, на ремонт больниц, поликлиник и так далее. Но мы вынуждены были закрыть те проценты по кредиту и часть тела кредита Берда, которая была взята на реконструкцию очистной станции. В бюджете 2023 года было также предусмотрено около 130 миллионов леев на такие же на такую же финансовую необходимость, как закрытие процентов по этому кредиту. Кишинев взял на себя на баланс все сети, которые раньше были у АПО канала. Я хочу прокомментировать тот абсурд, который появляется в прессе, и обращаюсь к честным журналистам, для того, чтобы они разобрались в той чехарде информации, которая появляется. Ну, во-первых, достаточно проверить и понять о том, что НАРЭ является политизированным органом. Наши старшие коллеги об этом уже неоднократно высказывались, старшие коллеги-депутаты. К примеру, НАРЭ выступает с информацией о платеже в ежемесячном АПО канала 17 миллионов леев, который был апробирован в тарифе. Я вам хочу сказать, что тариф, тот счет на оплату по электроэнергии, который АПО канал получил за январь, 28 миллионов леев. И парламенту, правительству, комиссии по чрезвычайной ситуации срочно необходимо пересмотреть методологию исчисления тарифа на водоснабжение. Если применять это вместе с законом об общественно значимых предприятиях, тогда тариф не увеличится, и все кишиневцы будут пользоваться этим благим законом. Повторюсь, перестаньте заниматься политикой и хайпом на этой ситуации. Мне кажется, кто-то просто пытается рейдерским захватом забрать это предприятие. Необходимо решать проблемы кишиневцев, а не заниматься политикой. Спасибо. Бună ziua, stimați cetățeni și nu în ultimul rând cetățenii municipiului Chișinău. Îmi spune Victor Poliakov, sunt președintele Comisiei Juridice a Consiliului Municipal Chișinău. Vreau să duc la cunoștință și pe lângă ceea ce au spus și colegii mei anterior, situația în care se află la moment apă, canal, este una dezastruoasă, ținând cont de mai multe situații, unele din care au început a fi create, începând cu contractarea unor contracte de împrumut și de investiții încă în anii anteriori, dar care au avut un aport, din păcate, nefavorabil pentru municipiul Chișinău. Imediat și contractele cu instituțiile internaționale au fost încheiate. Țin să vă reamintesc că Parlamentul Republicii Moldova a modificat actele legislative prin prisma cărora tariful pentru serviciul de apă și canalizare per general în toate orașele în care sunt prestatori de asemenea servicii au fost puse pe seama nu a Consiliului Local atunci când sunt contractate aceste contracte, dar pe seama Agenției Naționale de Reglementare Energetică. În asemenea mod încât deja nu consiliile locale țin să gestioneze cu tariful de pentru apă și canalizare, dar acest organ care considerăm că este unul absolut politizat și asta o demonstrează ultimii pași întreprinși de Agenția Națională de Reglementare Energetică atunci când încă anul trecut noi am bătut alarma asupra situației din cadrul societății pe acțiuni apă canal, moment în care am demonstrat că tariful actual, tariful pentru apă și canalizare este unul neactual, ținând cont de faptul că s-au produs în societate mai multe situații precum creșterea prețului pentru energia electrică și țin să reamintesc locuitorilor, dar și tuturor celor care sunt interesați în ce se întâmplă în apă canal, că practic o treime din toate cheltuielile întreprinderii
sunt vărsate pentru achitarea serviciului de sunt vărsate pentru serviciul de fapt serviciul de tariful de energie electrică. Deci o treime din toate cheltuielile sunt plătite pentru pentru Premier Energy. Așadar, ținând cont de aceste situații, noi am încercat să clarificăm situația la nivel local și am încercat să luăm asupra noastră, să zicem așa, această lovitură, pentru că de pe azi, pe mâine, există riscul de ca apă canal să fie deconectat de la serviciul de energie electrică. Noi am încercat să ne asumăm acest risc și să aprobăm noi tariful pentru energie, pentru apă și canalizare, dar nu a avut să fie. Așadar, au fost întreprinși următorul pas. Au fost adresări către Agenția Națională cu privire la reglementare energetică, prin care s-a solicitat să fie stabilit un tarif care ar permite supraviețuirea societății pe acțiuni, apă canal, tarif care nu a fost ajustat la nivelul necesar. Și pe zi ce trece, datorie apă canal față de prestatorul de serviciu de prestatorului de energie electrică crește incontenit. Avem ce avem și la momentul actual noi ne propunem ieșirea din situație prin următorii pași. 1. Noi în cel mai scurt timp, numai târziu de miercuri, 1 februarie, vom convoca ședința de îndată a Consiliului Municipal Chișinău, prin care vom dezbate situația, vom afla mai multe pe dedesubturi în care se confruntă acum apă canal și vom solicita, sper eu că prin votul majorității consilierilor din Consiliul Municipal Chișinău, adresarea către Comisia pentru Situații Excepționale, prin care vom solicita ca aceasta, ținând cont de competențele oferite atât prin legea privind situația stării de urgență, dar și hotărârea Parlamentului 41 prin declararea stării de urgență și a competențelor oferite prin prisma articolului 2 din această hotărâre, să se adreseze către Premier Energy, prin care va solicita ca apă canal să nu fie deconectată de la serviciul, să nu fie deconectată de la electricitate, astfel să permită companiei mai departe să presteze serviciul de apă și canalizare important la o treime din cetățenii Republicii Moldova. Un număr impunător. 2. La fel, noi în repetate rânduri ne-am adresat către majoritatea parlamentară, dar și o facem și acum. Noi solicităm ca să fie aprobată legea cu privire la, să zicem așa, statutul de utilitate publică oferită întreprinderilor de stat, dar și celor municipale care prestează serviciu pentru un număr mare de cetățeni, care au ușura, într-un fel sau altul, administrarea acestor companii, mai ales în situații de criză, așa cum este la momentul actual, se află apă canal. Prin diferite metode, stimularea acestora, spre exemplu, prin să fie achitată din contul bugetului de stat, de exemplu, taxa pentru valoare adăugată, sau să intervină în situații în care este necesar ca să fie acoperit un deficit care nu contează din ce motive el ar fost creat, dar să aibă posibilitatea prin intermediul acestei legi să intervină în situații de excepție, cum ar fi situația actuală în care se află apă canal Chișinău. Stimați cetățeni, pe parcursul ultimilor ani, această întreprindere a fost gestionată și a fost administrată de diferite persoane, dar cert este faptul că astăzi noi ne aflăm în situația în care există riscul ca cetățenii municipiului Chișinău să nu primească acest serviciu, să nu primească apă potabilă, dar și să nu fie deservită canalizarea. De ce?
Noi apelăm încă o dată la serviciile, la sursele mass-media, toți cei care au competență de a interveni în situația în cauză. În primul rând, Parlamentul Republicii Moldova, în al doilea rând, Comisia pentru Situații Excepționale, să vină în ajutorul acestei întreprinderi, așa cum au făcut-o în alte cazuri, cum ar fi gestionarea resurselor de gaze naturale sau altele. Este necesară intervenția dumneavoastră. Fiți amabili, interveniți așa cum ați făcut-o asta în alte cazuri. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Уважаемые граждане, несколько слов, маленький вывод о том, о той ситуации, которая есть. Первое. Наша фракция, партии социалистов в муниципальном совете муниципия Кишинева, все время была на передовой стабильности, развития и управления городом. Муниципальный совет – это как парламент на уровне муниципия. Он имеет функции контроля, он имеет функции проверок, он имеет функции, и представители, муниципальные советники, находятся в административных советах муниципальных предприятий. Что такое муниципальное предприятие? Это то, что принадлежит муниципию, то есть горожанам, то есть народу. И наша фракция все время будет защищать интересы горожанина. Пинг-понг, как сказали мои коллеги, никому не нужен в этой ситуации. Когда человек остается без воды, это страшно. А на сегодняшний день есть реальный риск, чтобы простые люди страдали из-за той ситуации сложной, которая в историческом плане на протяжении долгих лет сложилась в этом муниципальном предприятии. И наши коллеги сделали несколько важных шагов. Первое. Срочный экстренный муниципальный совет, на котором должны быть все фракции, все муниципальные советники, и на котором должно быть единодушное решение о выходе из сложившейся ситуации. Выход, чтобы было обращение от муниципального совета Кишинева, чрезвычайной комиссии правительства, с требованием, чтобы они срочно собрались и приняли решение о запрете отключения объекта водоснабжения АП-канала «Премьер Энерджи» до разрешения ситуации по этому вопросу. В парламенте был положительный опыт, и я уверен, он еще повторится, было бы только желание. Все мы помним, когда возникла острая необходимость в принятии проекта закона, и в дальнейшем он был принят и стал законом, о запрете отключения самых уязвимых категорий населения от электричества, от теплоэнергии, то есть центрального отопления, там, где оно есть, и от подачи газа по причине высоких тарифов. Тогда мы все вместе в парламенте проголосовали за этот проект закона. Он был выдвинут некоторыми депутатами. Он был положительно авизирован правительством. Я уверен, мы можем найти выход и в сложившейся этой ситуации. И все наши действия должны быть не политическим пиаром, как кто-то сегодня пытается в результате перебрасывания ответственности друг на друга заниматься, а конкретным решением во благо горожан. То, чем фракция партии социалистов в муниципальном совете занимается последние, если мы возьмем этот мандат, 3 года. В приоритете должна быть не политика, не политические рейтинги, не будущие выборы, а интересы простого кишиневца. Спасибо большое, и дальше мы будем информировать о всех действиях.